приветствовать собравшуюся толпу. Ура! Начинаем чествовать Фрэнка Заппу. Мы сегодня смирные, смирные, смирные. Потом угар будет нарастать. Угорайте вместе. И в том же градусе подъема. Thank you.
Thank you.
Ивановича Андрея Мельника. Завтра мы продолжим вечером, а сейчас готовьтесь к следующим чудесам.
Следующая песня очень подходит московской погоде, когда то есть снег, то нет, то есть ботинки, то соль съела, а... Нам придется поменяться инструмент. Да, да, это песня о том, что нельзя есть определенный вид осадков определенного цвета. Песня предупреждения, совершенно верно, не ешьте желтый снег. О, теперь я гитарист.
джема с Джоном Ленноном. Так, а это у нас... Значит, Майем, давай! Образная клиническая картина. Это из рок-оперы «Гараж Джо». И она называется «Почему мне так больно пипи». Cool.
инструментальная пьеса. А предыстория там же была целая. Там тоже как бы про ресторан. Про ресторан, да. Про блюда в ресторане и черные салфетки, которые встречаются очень редко. Но встречаются.
way is only ever gets known about regular light in the day. And since so bad, it stones been shocking at the women in British pubs. In the room where giant fire about the worst thing. Сказал, что он знает разные магические, эзотерические штуки. Вот. Предлагал там, собственно, пластырь на холодильник наклеить, чтобы там негативная энергия туда собиралась, там, соответственно.
посуду такую, предлагал пластмассовую, разноцветную там. Ну, я не знаю, может быть, что-то еще. Вот, а Фрэнк Заппа его послал. Ну, вот, собственно, об этом песня говорит. Приятель, забери-ка ты отсюда этот космический мусор. Попробуем сейчас это сделать, собственно. Я вас всех люблю!
Да, не вижу ваших зажигалок. Ну да, ну, собственно говоря, хотелось бы представить всех участников вечера, но нас просто... У нас не получится это, а себя представлять нескромно. Вот. Ну, я скажу, что мы группа «Паспортный стол». Ладно, ладно, неважно. Сейчас мы представим совсем другого персонажа. Совсем другого. Аккорды хоть посмотрю. Thank you.
Спасибо большое. Еще немножко, и придут маффины. Вы знаете, что вам всем будет. Thank you.
на сцену. Товарищи, спасибо, что вы пришли на этот фестиваль. Мы долго старались, долго трудились, и наконец-то мы встретились с вами. Большая радость для нас. Завтра будет второй день. Завтра будет еще жарче, больше, жестче. Приходите, будет Костырев групп опять. Опять будем мы. И помимо этого будет еще две команды. Одна команда, ее представит вокалистка, которая выйдет на сцену скоро уже совсем. И вторая команда из Липецка. Они называются Street Blues Band. Вот. Ребята приехали к нам из краев не очень далеких, но тем не менее, впервые гости на Запофесте. Итак, мы продолжаем дальше. Can you hear me?
Скажите, в зале клавиши есть или нет? Да, все, это то, чего я хотела услышать.
I said I really do believe. That there is no such a thing like death. Какие-то странные чуваки. Про эту песню, собственно. Томат? Какой-то коричневый? Ты протух? Гнилой томат.
О, шикарно, у нас два помидора. Сельдерей нужен. Сельдерей. Я сельдерей. Я не думала, что столько овощей останется в зале к концу концерта. Это прекрасно. Автомат. Томат проявил свою сущность. Автомат. 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 Автоматом стал томат. Ну, наверное, можем сейчас нужен секретный ингредиент для нашего рагу. Я сейчас докашу. У нас затесался тропический фрукт, который тоже, естественно, овощ. И радиоволна. Поприветствуем! Дорогие овощи, идите, пожалуйста, на стол под нож. Вот, туда. Вас сейчас нашинкуют, зальют, и там будете вы томиться. Там польют. Овощи поливают вот там. Идите. У нас шоу вообще-то, вот люди ждут. Господи, какие невоспитанные овощи. Все, уходите все, мы поем. Уходите, туда. Thank you.
вам огромное. Мы ждем вас завтра в это же время, в тот же час. Приходите, будет жарко. В первый день Господь создал мужчину. Во второй день Он создал женщину. А в третий день Он создал батькишу-щину. А в четвертый день создал вообще? Валенки. Валенки. Ну, по-моему, я тебя не понимаю. Понимать не надо. Понимать. Просто дома. Пони, мать. Твою. Мужчина. Он уже в кетчуп просто.